Кстати, на некачественный ремонт можно теперь пожаловаться в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Для этого необходимо отправить письмо по адресу, который вы сейчас видите на экране. В письме нужно изложить все свои претензии, приложить подтверждающие документы, возможно, фотографии выполненного ремонта. Если претензии жителей окажутся мотивированы, то для разбирательства будет направлена комиссия Фонда ЖКХ. Если же нарушение подтвердится, то это грозит серьезными санкциями для всего субъекта, вплоть до полного отзыва денежных средств. Так, например, недавно с такой проблемой в фонд поступила жалоба от жителей Тульской области. Фонд вмешался, и теперь подрядчик дал обязательство устранить все замечания.